Пылесос с системой прессования пыли и четырьмя насадками для эффективной уборки пола, ковров, мебели и штор. В этом видео мы распакуем пылесос LG, модель VK89383HU. Вместе с прибором в коробке лежит гибкий шланг, телескопическая трубка, четыре насадки, инструкция и гарантийный талон. Корпус устройства выполнен из пластика в красном и черном цветах. Контейнер для пыли прозрачный, его емкость 1,2 литра, чего вполне достаточно для уборки двух- или трехкомнатной квартиры. Главная особенность этой модели – система прессования пыли компрессор. Специальная моторизированная лопасть в контейнере сбивает пыль в компактные брикеты, что позволяет вместить больше мусора и легко его выбросить. Телескопическая алюминиевая трубка регулируется по высоте. Длина шнура более 6 метров, так что можно пропылесосить всю квартиру, не переключая розетки. На корпусе есть кнопка, чтобы быстро смотать шнур, а также держатель для хранения трубки. Для удобного управления на ручке пылесоса размещен переключатель режимов мощности. Здесь 4 режима – для пола, ковров, мебели и штор. Мощность устройства 1800 Вт, а мощность всасывания 380 Вт. Система фильтрации пыли «Турбоциклон» обеспечивает постоянную высокую мощность всасывания. HEPA-фильтр задерживает пыль и аллергены, обеспечивая чистый воздух на выходе. Насадок здесь 4 – комбинированная щетка для пола, турбощетка для ковров, насадка 2 в одном для очистки мебели и щелевая насадка для углов и труднодоступных мест. Как и во всех пылесосах, контейнеры и фильтры необходимо регулярно очищать. В этой модели пылесборники фильтры снимаются, моются и собираются очень легко. Подведем итог. Пылесос LG с системой прессования пыли в контейнере подойдет для уборки двух- или трехкомнатной квартиры. У него хорошая мощность всасывания, 4 насадки и герметичная система фильтрации. Предусмотрено 4 режима работы для очистки пола, ковров, мебели и штор.